защитник сирых и убогих. Не наемный палач. Я ведьмак. Куна Мадата, всем, кто смотрит данное видео мясной. С вами Пумба, игровой канал Тимона Пумба и Налу. Ведьмак! Чё ты, кто? Что? Король был так впечатлен твоим мастерством, что приказал устроить турнир. И? Если так и дальше пойдет, он перебьет всю свою армию, прежде чем выступит на Эйдир. Это будет рыцарский турнир, а не драка на потеху толпе. И чего? Король обещает большую награду победителю. Если захочешь поучаствовать, только скажи. Я буду у арены. Ладно. Что мне делать? Ждать, пока глаз падет? Так и я, можно, дойду по своим делам, а потом вернусь. Там мадам Кэроль, оказывается. Вон где она. Она что, в жопе в самой там? А, не. Так она тут недалеко. Я ж не знал, что там есть. Бордель. Пошлите тогда. О, да, я могу уходить! Я могу уходить, двигаться. А, и тут тупик. Ну ладно. Ё-моё. Вот это да! Чё это? Всё за чудищами гоняешься? Встретишь двух моих ребят? Скажи, что если на поверку не явятся... Я им ноги сгузно повыдергаю. Каких ребят? А что они там делают? Ну-ка да. А то я знаю. Как ни гляну, какой-нибудь остолоп топает из лагеря и прямиком в ущелье. В ущелье. Так. Возможно, они больше не вернутся. Всякое может быть. Но я надеюсь, что они нажрались. Да и спят себе в кусточках. Понятно. Ладно, так и посмотрим. Будет. Если встречу, скажу. Удачи. Хороший ты мужик, ага. Если найдешь их, с меня причитается. Понял. Люблю, когда с людей причитается. Стоп, Зывик! Вчера же я тут видал. То есть, сука, Зывик. Да иди ты на... Серьезно, я не догоню с такими темпами. А в какой конкретно ущелье? Что ты ищешь? Ты кто? Уйди нахрен. Ведь вчера же я тут видал. Не знаю, что тут видал, не видал, блин. Скажи мне, где ущелье? Туда, что ли, идут? Или куда они идут-то? А, там нахер. Не, не пойдем. Не. О, да ладно, прикинь. Бляха, ты просто вообще чудотворец. Забирай все. Все забирай. Оставим волк, грач, зелепетри и волга, вангус. Не знаю, все это оставим, да. Это мы потом... Да. Все, что можно убрать, убираем. Потом прочитаем это. Это все нельзя убирать. Все, я понял, да. Ну и ладно. О, Кьори тут что-то. Давайте по порядку просто пройдемся, а то я, может, что-то... Нет. Опа. Все, нормально. Сейчас мы хоть бегать сможем. О, давай, полетели. А, нельзя. Ладно. Черт с вами. Да, я понял, что нельзя. Так давай, все убирай. Все прям вообще. Ты прям не представляешь, какое счастье для меня делаешь. Я все убрал то, что надо, да и на остальное. О, я бегаю! А теперь стой.
Все, побегаем. Займемся тогда сначала тварями. Это гнильцы! Воу! Они взрываются. Охренеть теперь. Что-то тоже можно было взять. А, это глаза от трупоеда. Ха, нормально, когда глаза, это хорошо. А что я делаю? Зачем я их сжигаю? Че я, зачем я их сжигаю? Блять, слышь! Ёб твою мать! А, ну вас-то я уже легко убил. Че, давайте. Отлично. О, все возьмем. И отсюда все возьмем. Нифига себе. Че делать-то? Зачем я их сжигаю? Ну давайте повыше заберемся. Ух ты ж, ё-моё. Чё-то какая-то фигня происходит. А, давайте сюда, сюда, сюда. Вдруг чего встречу? Кого замечу? Тут проход есть, да? Отлично. Можно. Понятно. Что это такое? О, что? Что это такое? Чё, блять? А, меня на удар убили, да? Охренеть. А на кой хрен сюда пошел-то? Ну да, давай. Прекрасно. Просто зашибись было сейчас. Охренительно. Воу, камера уже затряслась. Короче, меня это не устроило, поэтому я туда больше не пойду. Вчера же ее тут видал. В эту фигню заходишь, короче, и все, ты можешь сказать труп. Трупецкий. Давайте тогда мы сначала пойдем к этой даме. Сначала сюда. Вчера же ее тут видал. По квадратным монетам, потом ее обыграем. Пойдем все это сделаем, потом пойдем магнитов искать. Каких-то там. Это пипец, было обидно. Прям обидно, обидно. Надо было так просрать. Так, давай еще раз оставим все. Это все оставляем. Все, нельзя больше. Так, и все остальное у нас полетело. Отлично. Давайте. Вот так вот. Всегда. Водоворот. Ставим.
Ох, ставим грязь, зелепетри, ивы, кошка, кровь, фальки. А, ну это все оставляем, да, надо продать. Так, ладно, погнали, я теперь могу бегать. Эту штуку, жизнь. Так, давайте. Давай, здорово. Я хочу запастись провизией. Ищи и обрящешь, как сказал бы пророк Лебеда. Он был пастухом, знаешь ли. Знал толк в поисках. Ты читал добрую книгу, это похвально. Может, дашь мне за это скидку? Нет. Пророк Лебеда поощряет скидки постоянным клиентам. Понял. Что-то я не припомню такого стиха. Это из устное предание. И если сосед предложит тебе ведро яблок в обмен на барана, возьми половину, ибо еще 10 придут к тебе. Прекрасно. И 5 предложат тебе по 2 корзины за барана, которого алчит всякий. Истинный источник мудрости. Смотри, выбирай. Я обманул, что ли? Не, прощай, я просто... Вернулся, как тот кот из доброй книги. Здорово. Добрый день. Легок на помине. В смысле? Мне сказали, ты держишь ломбард, и у тебя есть книги. Соловья баснями не кормят. А вот о том, что ты разговариваешь поговорками, меня никто не предупреждал. Где хотение, там и умение. Так ты что ли поспорил с кем-то? И долго собираешься так говорить? Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Ну-ка. А если проиграешь спор? Ворон ворону глаз не выклюет. Ну, удачи. Сделал дело, гуляй смело. Тогда держись. Покажешь мне свои товары? Книги и остальное, что есть. Не зная броду, не суйся в воду. А, прическу нет, не будем менять. Давай, сейчас. Легко досталось, легко расстались. Майка, здорово. Здравствуй, бродяга. Проказа. Ух ты! Добром прошу, уходи. За погляд я тоже деньги беру. Офигеть. Лютик? Блять, я не удивлен, Лютик. Эх, солдаты, вы бы мылись хотя... Сам себя трахай, голодранец. Да прекрасного принца тебе, когда не... Ты Лива. Если за мазью, вставай в очередь. Какая мазь, нет нас. Говорят, в прошлый поход Хенсельта ты тоже здесь была. Ну и что с того? У меня к тебе есть пара вопросов. Только быстрее. Этой мази жаждет половина Хенсельтова дворянства. Все от тоски по супругам начали писать кровью. Кажется, ущелья вокруг лагеря были кем-то сделаны, а не возникли сами собой. Это все чародейские дела. Огненные шары Сабрины изрыли землю на много миль вокруг. Что это за башня? Знаешь, что это за башня? Раньше здесь была усадьба. Ее разграбили много лет назад. А башню с недавних пор зовут башней разврата. Мадам Кароль разбила под ней лагерь. Ага. Так. Много солдат выжило в битве 3 назад? Мало, очень мало. Остальные просто сгорели. Те, у кого были еще силы идти, несли тех, кто уже не мог стоять. Это было ужасно. Мы с девушками 3 перевязывали раненых. Ну-ка. 3 тому назад там жила семья знахаря Мальгета. Когда он помогал перевязывать раненых, кто-то убил его детей. И? Лекарь так и не смирился с утратой. Бросился в реку с обрыва. Детей похоронили за домом. Могилы, наверное, еще там. Ага. Спасибо. Не буду тебе мешать. Лечи этих доблестных воинов. Все, давай. Хватит с тазиком. Сам себя трахай, голодранец. Ты кто? Здорово.
Нет, не надо. Потом. Со всеми торговаться я буду потом. Блять! Вот уродец! Что происходит? Ребята, все нормально, я... От яда сдох. Ты ничего, что на друга писаешь, как бы, или тебе уже насрать, да? Типа, это был друг, но теперь это не друг. Мертвый друг, не живой друг. Да? Погоди. А, дьявол. Понятия не имею, кто ты, сука, такой, но надеюсь, что гражданский. Ради твоей же пользы. Узнаю запах. Добром прошу, уходи. Здравствуй. Вот кто-то здравствуй, кто-то уходи. Неблагодарная его сволочь. Че это такое-то? Че за труп ты сжигаешь? Опа. Я трупы сжигаю. Серьезно, что это за труп? Стремно везде соваться, короче, по-любому где-нибудь жопа будет, и я сдохну просто вообще-то. Ладно, погнали обратно к этому таинственному торговцу, я там не знаю. Я тут пройду. Как сквозь кусты пройти ведьмаку? Это задача не из легких. О, не! Куда я не пойду? Вот, здорово. За погляд я тоже деньги беру. Ну ладно. Я рад. Тут водятся тролли? Известно, кто тут только не водится? Вы не возражаете? А чего нет? В других местах тоже нечисть бывает. Где слизги? Где утопцы? А у нас вот тролли. Так, здорово, люди. Местным они не мешают. Я стою. Я подойду. Вижу, ты наконец решил расслабиться. Я никогда тебе этого не говорил, но у тебя очень нездоровый образ Ой, жизни. Ой, спасибо, Лютик. Ты уже говорил это пару раз. Значит, надо было чаще повторять, чтобы подействовало. У них здесь отличные шлюхи. Отличные. Может, шлюхи. В другой раз. Ты меня беспокоишь. Я сам себя. Так, давайте. Вместе с воспоминаниями ко мне возвращаются прежние чувства. Я знаю, что Йеннифер жива, и однажды я найду ее. Понял. Трис, Йеннифер, ну и жизнь у тебя. Нормально у меня жизнь как раз. Во-первых, я не уверен, что Йеннифер жива. Во-вторых, я понятия не имею, жива ли Трис. Факт. Вроде у тебя их две, а на деле ни одной. Они и так просто не сдадутся. Они живы. Сам себе противоречит. Как только разберусь с убийцей, я найду Трис. А Йеннифер? И Йеннифер найду. Не знаю. Сначала я должен с ней встретиться. Ну-ка. Лагерь Хенсельта бурлит от сплетен о событиях трехлетней давности. А, кто бы сомневался. Если чародейку сжигают на костре, сплетни потом рождаются, как бастарды у похотливого барона. Я понимаю, что для тебя чародейки — это приложение к ядреным сиськам. Но мне все-таки интересно, что ты думаешь о Сабрине? Они жалуются, что их не ценят, что их преследуют. Но я тебе скажу, Геральт, кто с мечом придет, тот от меча и погибнет.
Если бы они не мутили воду, их никто на кострах бы не сжигал. Они причитают, что на Танаде случились страшные вещи, что разрушен мировой порядок. А я вот спрашиваю, кто до этого довел, если не они сами и не их козни? Ну ладно. Ты слышал что-нибудь о Лето? Ну, говорят, он скрывается в ущельях, и он не один. В ущельях? Я знаю. Не понимаю, что ты так на него взъелся? Ну, сбежал себе и сбежал. Ты же не король, значит, тебе точно ничего не грозит. Да, у него три соперника. У меня нет желания объяснять всем вокруг, что я не убийца королей. Хенсель тебе поверил? Не до конца. И мне не нужна его милость. Ну вот достанешь ты Лето, и что потом? Ну? Когда узнаю правду, там видно будет. Может, я пойму, что он прав, а может, отрублю ему голову. Так. Ты пытаешься соблазнить Бьянку? О-хо, ну, да ладно. Была такая мыслишка. С одной стороны, я еще никогда не трахал солдата, а с другой, бряцание меча в интимной обстановке отобьет охоту даже у самых стойких. А зачем ты спрашиваешь? Просто так. Так, интересно. Ну, ты видишь. Ну-ка, Шиала, ты видел? Интересно, что Шиала делает в лагере Хенсельта? Забавно. Она тоже интересуется тем, что ты делаешь рядом с королем. Ну, мы друг друга не любим. С чего ты взял? Спрашивала? Она спрашивала тебе? Угу. И что ей было нужно? Понятия не имею. Я сразу понял, что она что-то разнюхивает. И сказал, что она ничего из меня не вытянет. Все вытянула, да? И она перестала вытягивать. Видишь, какой я чуткий? Ладно, все, давай. В общем, мосты, на этом давайте я с вами попрощаюсь. Увидимся уже в следующей серии, потому что... В следующей серии. Что значит, потому что бред будет сказал. В общем, дорогой трещ. Пока, с вами был Пумба. Герой канала Тимона Пумба и Нала. Всем хорошего. Удачи.